На крупнейшем химзаводе в Подмосковье вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь около 200 квадратных метров. К этому моменту сотрудники МЧС локализовали пламя. Возгорание на заводе «Агрохим» в Щелкове случилось в результате короткого замыкания. Пламенем объят один из складов. Как сообщают очевидцы, они слышали хлопки во время пожара. На предприятии производят пестициды и агрохимикаты. Объемы достигают 20 тысяч тонн в год. Из здания эвакуировали 20 человек.